На реконструкцию трех больниц в столице Чувашии будет выделено более миллиарда рублей. Модернизация центральной городской больницы по проспекту Ленина, стационара городской больницы номер 2 по улице Гладкова и здание диагностического центра РКБ включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия Чувашской автономной области. На реконструкцию городской больницы в течение 4 лет с 2013 по 2017 годы направят почти 500 миллионов рублей. Из них 220 потратит федеральный бюджет и 272 – республиканский. Там разместится поликлиника, женская консультация, психотерапевтический и реабилитационные центры. Рядом разместится детская поликлиника. Реконструкция детской больницы по улице Гладкова предполагает расширение инфекционного стационара путем пристроя 4-этажного корпуса, который будет соединен переходом с существующим корпусом. Цена вопроса – 192 миллиона рублей, средства республиканского и 130 федерального бюджетов. Взрослая и детская поликлиника, Центр восстановительной медицины и реабилитации, Центр здоровья разместятся в здании диагностического центра республиканской клинической больницы. На это потратят 187 миллионов рублей.